Добрый день. Расскажите о себе. Добрый день, меня зовут Молодцова Анна. Я являюсь организатором данного мероприятия. У меня компания. Мы развиваем ивент и делаем большие мероприятия для бизнеса, для развития бизнеса. Как интересно. Расскажите об этом мероприятии. Это мероприятие очень интересное. У нас целевая аудитория женщины, находящиеся в разных сферах бизнеса, представляют сегодня свои компании, рассказывают о себе, учатся у наших мастеров и спикеров, как в себя влюбить за одну минуту, как понравиться так, чтобы у вас захотели покупать, с вами захотели строить партнерские отношения, а может быть просто подружиться. Во второй части мероприятия нас ждет совершенно замечательные 4 мастер-класса. Я думаю, для любой из девушек они будут очень полезны. Фотопозирование, подобрать макияж, как правильно себя преподносить. По внешности, так говорится, встречают, да, по уму провожают. Мастер-класс от стилиста. Это личный бренд по одежде. И еще один мастер-класс у нас будет очень интересный. И, конечно же, подбор личного аромата. Анна, какие перспективы ожидаете от этого мероприятия? Ну, такие мероприятия очень важны, я считаю, потому что энергия общения офлайн никогда не заменит онлайн. Мы здесь можем повзаимодействовать, пообщаться, заключить даже, может быть, договора между друг другом, найти партнеров, клиентов и, конечно же, узнать очень много нового и интересного. Анна, спасибо. Желаю удачи вашим начинаниям и чтобы почаще проходили такие мероприятия. Благодарю.